кожного року, як тільки стає тепліше, ми намагаємося вийти поближче до природи. І, звичайно, прогулянки в лісі чи на свіжому повітрі біля річки, біля будь-яких водоймищ. І просто може бути якась невисока трава або і вища, так, де нас можуть очікувати небезпечні кліщі. Так? Ось ми про кліщі сьогодні будемо говорити, тому що кліщ насправді це не так просто, як здається на перший погляд. І коли кліщ починає впиватися, ви його витягаєте, це не така вже і невеличка проблема, а це може бути навіть серйозною небезпекою для вашого здоров'я. Отож, Павло Набока, завідувач клінічно-діагностичної лабораторії сьогодні в нашій студії. І, пане Павло, ви зможете розповісти, яку ж небезпеку і загрозу несуть в собі кліщі. Добрий день. Добрий день. Да, действительно, клещи являются неотъемлемой частью окружающей среды. Они всегда были, есть и, наверное, будут в природной среде, в местах, типичных для них местах обитания. С точки зрения опасности, которые клещи представляют для человека, нужно всегда понимать, что клещ обладает несколькими уникальными способностями, которые редко встречаются там, в другом царстве, да, животном, которые обеспечивают его приспособление, ну, наверное, к самым даже экстремальным условиям жизни. Одно только то, что клещи встречаются практически на всех континентах, в том числе и в Антарктиде. Там они паразитируют на пингвинах и других теплокровных животных. И как им там не холодно? Ну, тобто они там пристосувалися? Это да. Выходит, что, ну, справді, такая комаха уникальна, яка може жити де завгодно і ось брати собі те, що їй треба, так? Совершенно верно. А страждають і інші? Совершенно верно. У клеща есть несколько особенностей. Первое, то, что он может выживать там в экстремальных условиях, длительно находиться в состоянии анабиоза, без питания, в экстремально низких или высоких там температурах, при этом давая еще потомство, то есть размножаясь и распространяясь в окружающей среде. Для всех клещей есть одна очень важная особенность, то что питанием для них является кровь. Поэтому клещи циркулируют, скажем так, в окружающей среде за счет того, что там же, в этих местах обитания, существуют популяции других животных. Грызуны, птицы, крупные млекопитающие, причем как домашние, так и дикие. Да? И вот фактически клещ для того, чтобы продолжить свой род, для того, чтобы пройти этап размножения, ему нужно все-таки употребить, да, кровь и дальше, в общем-то, заниматься своей активной там жизнедеятельностью. Вот такая вот история. В нашей стране, к счастью, клещей видов немного. По данным украинских специалистов, у нас встречается 3 вида клещей. Европейские специалисты говорят, что в нашей стране может встречаться 4 вида клещей, которые могут потенциально представлять угрозу для человека и, например, для домашних животных. Но 98% случаев мы имеем дело с одним видом клещей, так называемый клещ собачий или иксодовый клещ, вот с которым, собственно, и сталкиваемся мы, как медики, когда они уже, в общем-то, контактируют с человеком. Ми можемо не помітити навіть тих кліщів, які зустрічаються не лише біля дерев, а вони можуть бути, наприклад, в траві високій, так? Чи, може, не дуже високій траві. Тобто вони зараз прокидаються, і, ну, вже прокинулися, і їх багато насправді. І от люди, які вже побували на природі, кажуть, от тварини, що бігають, вони потім просто обліплені кліщами, бо це перші, і, ну, перші, на кого можна напасти, як то кажуть. Да, дійсно, так і є. Последние десятилетия уровень распространения клещей интенсивно возрастает. Это связано с тем, что у нас стали более теплые зимы, то есть меняется климат. Не вымерзают они, так? Да, ну можно сказать и так. Да? Угу. Ну, то есть у них появляется больше питательной базы в виде, например, мелких грызунов, птиц, которых становится там условно больше. Клещ, он может распространяться между территориями, например, с помощью тех же животных. В том числе и заходя на территории городов, парков, скверов и так далее. Ну и, конечно же, последнее время, последние годы мало уделяется внимания борьбе с клещами. Да, если ранее
какие-то там десятилетия назад активно клещи уничтожали с помощью инсектицидов, то есть практически химическая обработка травы, деревьев и так далее, ну, то есть место обитания клещей, особенно там, где их было много. Это такой, в общем-то, варварский достаточно способ, да, когда вместе с клещами погибали и другие насекомые, другие животные, но с одной стороны, но с другой стороны, это позволило, по крайней мере, убрать клещей, проблему клещей из населенных пунктов. То вот сейчас, конечно, мы встречаемся с этими членистоногими, которые потенциально могут быть опасны для человека, в том числе и в городской среде. В парках, скверах, пригородных лесопосадках и так далее, и так далее. Еще очень важно, клещ имеет, как и все другие живые организмы, своих природных врагов. Да? То есть в природе все в равновесии должно находиться. И если в есть места, где, в общем-то, существует биологический, что называется, баланс, то там клещей будет немного. Почему? Потому что они являются питательной базой для каких-то птиц, ящериц. Кроме этого, существуют уже исследованы такие микроскопические грибы, которые поражают клещей и приводят к их гибели. Угу. Вот, скажем так, но если вмешивается человек в окружающую среду, наша такая нездоровая традиция некоторых наших сограждан, например, выпаливать сухую траву весной, осенью, да, вот это приводит к интенсивному росту численности клещей, потому что на выпаленных территориях клещ сохраняется, потому что он, в общем-то, находится в анабиозе, как я уже говорил, достаточно живущий, а при этом его природные враги, те же ящерицы, птички, этот микроскопический грибок, они погибают. И вот как раз эти территории, территории сухостоя, пустырей, высокой сухой травы, которая была особенно подвержена палам перед этим, да, они являются местом обитания клещей как таковых. Що робити, якщо ви вже помітили кліщ? Ну, його, по-перше, не дуже то і помітно одразу. Якщо це, наприклад, на другий день вже починає шкірка трошки напухатися. Ну, немножко скажу, чим взагалі опасен кліщ. Да? Так, так. Кліщ опасен тим, що він являється, сам по собі кліщ, в общем-то, является достаточно безобидним животним, да, кроме того, що він, в общем-то, питається кров'ю, но клещи могут быть переносчиками целой группы инфекционных заболеваний. Это не одна инфекция, их достаточно много, и все они объединены названием клещевые инфекции. Сюда относятся тяжелые инвалидизирующие болезни, которые приводят в том числе и к летальным исходам. Но наиболее такой тяжелый – это клещевой энцефалит. К счастью, в нашей стране он практически не встречается, но территория Украины потенциально относится к территориям, где возможность клещевого энцефалита реальна и она возможна. А скільки відсотків людей постраждали вже? Ну, якщо це реально і якщо це вже було, то, мабуть, вже є якісь дослідження. Ну, що касається как раз клещевого энцефалита, последние годы случаи не регистрировались, но есть еще другие заболевания, например, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма называется. Вот это для Украины актуальное заболевание, но, собственно, с каждым годом его становится все больше и больше, да, потому что как раз связано с активным распространением клещей. И популяции клещей этот возбудитель передается от матери к ее потомству. То есть если инфицированный клещ отложит какое-то количество тысяч яиц, из которых появится какое-то количество тысяч новых клещей, то каждый из них будет инфицирован возбудителем клещевого боррелиоза. И укус клеща потенциально может вызвать заболевание. Вот эту болезнь Лайма, которая в Украине действительно актуальна, и она активно распространяется, и на сегодняшний день она входит в пятерку лидеров по степени распространения вместе с туберкулезом, с ВИЧ-инфекцией. Ну, тобто далі вже треба захищатися, виходить так. Тобто треба, можливо, якусь вакцину мати нам для того, щоб захистити себе і зробити собі щеплення. Да, что касается клещевых инфекций, то вакцины, к сожалению, есть не против всех из них, да. Есть вакцина относительно клещевого энцефалита, но она используется, в Украине она не обязательна, используется только если человек выезжает в районы, где этот клещевой энцефалит распространен, это намного севернее и восточнее от Украины. А относительно, например, болезни Лайма,
Вакцин, к сожалению, нет до сих пор, они не разработаны и, в общем-то, в медицинской практике не применяются. Поэтому... А як ви думаєте, чому саме? Мало випадків чи недостатньо для того, щоб треба було вже щось робити? Ну, причин достатньо много, може бути, почему до сих пор не разработана вакцина. Ну, сказать то, что мало випадків здесь нельзя, потому что случаев боррелиоза во всем мире, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и у нас в стране достаточно много, и с каждым годом их становится больше. Но возбудитель клещевого боррелиоза – боррелия, бактерия, которая имеет очень сложную антигенную структуру. И, наверное, ученым не так просто выделить вот нужные антигены для того, чтобы разработать нужную вакцину. Хотя, ну, возможно, и эти задачи там и не ставились. Почему? Потому что есть эффективные способы неспецифической профилактики. Что имеется в виду неспецифическая профилактика? Это защита, по сути, от укуса клеща. Когда мы посещаем природные объекты, или даже парки городские, там, где потенциально может произойти контакт с клещом, а инфицирование может происходить либо при укусе клеща, это наиболее распространенный способ чаще всего, да, но также при его контакте, например, при раздавливании, вдыхании частичек клеща и так далее, то... Ну, така от історія. Угу. Да. Тобто треба просто себе захищати, що мається на увазі? Вдягати довгу одежу, так, щоб, можливо, були чоботи, чи що, щоб не потрапило нічого на ваше тіло. І ви тоді будете більш-менш захищеними. Угу. І вже, можливо, вакцина така складна тим більше. Да, це вже вона буде на другому плані. Угу. Так? А з приводу, ось все ж нам треба розглянути те питання, коли людину вже вкусив кліщ. От перші ваші дії. Ви ж так можете себе не настільки забезпечити безпекою, так? Ви можете десь залишити ділянку шкіри, наприклад, шию відкритою, і все. І тут от небезпека, особливо діти. Вони взагалі бігають скрізь і можуть таки потрапити на таку неприємність. Клещ обладає унікальною способністю. Він фіксується на одежді і потім в течение нескольких часов проникає кожним покровом. І ще несколько часов може мігрувати по тілу в поисках найбільш підходящого для нього участка тіла. Він вибирає там, де кожа потоньше, там, де побільше кровоносних сосудів, щоб максимально швидко проникнути, укусить, прокусить кожные покровы, проникнуть сосудом и, в общем-то, насосаться крови. Причем клещ выделяет специальные вещества, которые обезболивают, да, то есть выступают в роли анестетиков, то есть укус клеща будет незаметен, его никогда не почувствуешь. Еще они выделяют специальные вещества, которые предотвращают свертывание крови, чтобы кровь была жидкая как раз в месте укуса. И вот для этого клещ в ранку во время укуса, по сути, внедряет свою слюну. И вот как раз с этим материалом и передается инфекционный агент. Если же укус клеща произошел, то есть у нас есть два варианта. Либо обращение за медицинской профессиональной помощью для удаления клеща и последующее его исследование и профилактики уже возможных клещевых инфекций. Это обязательно треба, до речи, сделать. Доследить, что там было. Совершенно верно. Либо второй есть вариант, когда нет возможности обращения за медицинской помощью, можно удалить клеща самостоятельно с помощью специальных принадлежностей и специальных крючки, пинцеты для удаления клещей. Их можно приобрести в аптечной сети, в ветеринарных пунктах, либо различными способами, которые, в общем, достаточно много в интернете. Да, расписывают, что и прокрутить, там треба нити, с помощью так. пинцета. Ну, это треба знать. Есть несколько ключевых моментов. Первое. Никогда не нужно клеща обрабатывать масляными растворами и маслами. Это запрещено, потому что клещ проникает еще глубже, достать его будет еще сложнее, и потом клещ может стать непригодным годен для дальнейшего исследования, если мы его сделаем. Обязательно нужно доставать клеща целиком, его нельзя раздавить на теле, потому что мы можем инфицировать ранку вокруг повреждения. Клещ должен быть изъят полностью, включая его хоботок, то есть вот такая вот история. И место, где был контакт с клещом, обязательно нужно обработать любым антисептиком. Далее, когда мы получили клеща, вопрос, что делать дальше? Как понять вообще, нужно ли проводить профилактику клещевых инфекций уже, или же можно этого не делать. Вот в цивилизованных, в развитых, скажем так, странах семейный врач, к которому обязательно должен обратиться человек, он обязательно выясняет географическую точку, где произошел контакт с клещом. Далее он открывает
специально для этого предназначенные ресурсы, интернет-ресурсы, и понимает, какой уровень инфицированности клещей в этом регионе конкретном. Если там инфицированность клещей небольшая, тогда вопрос о профилактике откладывается, и за пациентом могут просто наблюдать. Если же наоборот уровень... Але клеща проверяют на... Если же уровень инфицированности большой в этом регионе, тогда ему сразу по умолчанию назначают профилактическое лечение. В нашей стране, к сожалению, такая схема не работает. Это я говорил за, скажем так, высокоразвитые страны, да, потому что популяции клещей у нас исследуется мало, данных нет. То есть, если вы поехали в Самарский лес или в Приорелье, или в любой другой регион, и там вас укусил клещ, вы нигде не найдете информацию, а сколько же клещей инфицировано в проценте, да, конкретно в этом регионе. Ну, звичайно, такого немає. Так у нас. Поэтому алгоритм у нас, по сути, единый, когда мы этого клеща исследуем лабораторными методами. Собственно, само тело клеща членистоногого мы исследуем методами лабораторной диагностики для выявления в нем возбудителей инфекций. И вот здесь очень важно применять правильные технологии и методы. Клещ исследуется в современных лабораториях полимеразной цепной реакции, метод ПЦР. Мы все о нем уже много слышим последний год. Так вот, методом ПЦР мы можем выявить не только коронавирусную инфекцию, но и все другие инфекции. Мы проводим диагностику клеща. Если же мы не обнаруживаем там возбудителей клещевых инфекций, значит, мы можем с вероятностью близкой к 100% говорить, что человек не может быть инфицирован, и, в общем-то, можна успокоїтися. Ну, бачите, да. Зараз є той єдиний, як то кажуть, метод, але він вірний. І це дуже добре, що ми можемо визначити, наскільки інфікованим виявився той кліщ, який вас вкусив, і вже потім робити висновки з приводу вашого стану, вашого здоров'я. Ну, звичайно, чи потрібна профілактика, чи ні. Чи просто, може, лікування навіть може бути по-різному, так? Ну, що ж, пане Павло, дуже дякую вам, що сьогодні дали таку вичерпну інформацію з приводу кліщів. Бо люди, звичайно ж, в більшості поїдуть на природу, будуть десь біля річок чи в ліс. Звичайно ж, треба насолоджуватись життям, дихати свіжим повітрям, так, не те, що в нас у місті. Ну і тут треба пригадати ще раз і ще раз про те, щоб забезпечити стан свого здоров'я тільки у 100% позитивному стані. Абсолютно. Тож, так і буде. Будемо святкувати з настроєм, ну і, звичайно ж, з безпекою. А ми зустрінемось за декілька хвилин.